Так, ладно, пробуем дальше. О, так это... Так у меня платье с вырезом на спине, ни хера себе. Ну, кстати, я скажу так. Он... Не сказать, что... у меня мидир. Я не скажу, что он меня раздражает или что-нибудь еще. Тут недалеко до босса бежать. У него вроде интересные атаки. То есть сейчас все косяки, что были вот с этим мечом, это мои косяки. Как мне кажется. То есть... Посмотрим, как оно пойдет. Я сразу не сообразил. Ну, кошка, чё тебе? Чё тебе? Кошка тут пришла, лезет ко мне на этот, на джойстик, зараза. Это... Чё я, о чём я говорил? Кошка меня сбила. А, короче, его надо по голове в основном стараться бить. Я не хочу вообще даже. И разворот. Раз, два. Упс, нет, 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 нет. Удар хвостом, ну как я, почему я забываю вечно про удар хвостом? Это мой такой косяк огромный. Блять, вот сейчас я даже лечиться не хочу. А вот сейчас надо лечиться. Сейчас ко мне будет разворачиваться. Вот сейчас захват. Захват. Блин! Надо было под него кататься. Я все зафартачил. Я все зафакапил. Я все испортил, блин. Я второй раз зря полечился. Это была ошибка. Я даже не удивлен. Я видел чуваков, которые включили на изи игру и жаловались, что скучная боевка. А еще они не ставили никакие обилки. Не ставили никакие обилки и говорили, что этот одноклеточный геймплей. Так, блин, надо не забывать про хвост. Вот моя основная, самая большая проблема здесь. Этот. Во-первых, я не знал, что он кроме захвата, он еще дамажит по бокам от захвата. Да, это новое для меня сейчас. Надо было кувыркаться, не в сторону, а не бежать. Ну и буду знать, буду знать. И второе, это хвост. Я забываю про хвост постоянно. Да. Удар, удар, разворот. Эх. Раз, два. Лево, бежать лево, влево, 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 влево. Успел дать? Блять, слишком рано.
Ой, зря. Я думал, это моя ошибка. Не надо лечиться в этот момент было. Ой, я сейчас накосячу. Извините. Комбо пошло. Комбо. Сейчас будет разворот. Сейчас он в стену уперся. Он мне сейчас помог очень хорошо. А это я захотел. Я не то ждал. Виноват. Косяк на косяке, блядь. Нет, вторая фаза пошла. Окей, я до нее доходил два раза. И два раза я умирал моментально. Так что сейчас мне надо посмотреть, как это, что он умеет делать. Он умеет отпрыгивать. Потрясающе. Он умеет стрелять лазером? Блядь, если бы я рядом с ним стоял, а? Есть? Так. Защита от тьмы говно. Он устал. Удар хвостом сейчас будет. А, нет. Так, он тьму поднимает. Что мне с этим делать? Комбо, пошло. Сейчас будет разворот. Блядь. Еще комбо сразу за... Второе! Сейчас он развернется. Прям ко мне. Раз, два, три, четыре. Больше не надо сидеть. Я зря, надо от него убегать всегда влево. Я зря сейчас вправо побежал. Я так, ааа! Блядь, что это за босс? Что это, блядь, за босс? Ой-ой-ой, я зря это сделал, я зря. Я не знал, пацаны, я не знал. Блять, я косячу. Огонь, да? Огонь. Влево. Лечимся. Так. Где он? У меня 6 аптечек осталось. Комбо пошло. Сейчас второй пойдет? Да, он два раза подряд возьмет. Так. Танчик, разворачивайся. Я не успею, да? Бля, если он сейчас... Блин, лазер, он в принципе мне, наверное, поможет. Если... Это еще не все, блядь. Он еще жив.
Привет, фридайвер. Это было легко. Это было охрененно. Это был отличный босс. Это был потрясающий босс. Ох, я... сейчас это было, блин. Главное, у него было... Гундир был сложнее, да. Или, может быть, у Гундира было сложнее то, что до него далеко было бежать. Ой, бля. Да, фридайвер, я заметил. Ой, блин. Ох, сейчас как получилось хорошо. Мне прям так понравилось. Но он немножко, реально, вот странно, я боялся второй фазы, и вторая фаза, такое ощущение, что она легче стала. То есть он стал гораздо более реально предсказуемым. А мне кажется, ли в длике что-то валяется, какая-то штучка сейчас? Удивительно, на самом деле. А, это моё. Кстати, мне надо переодеться. А, и, по-моему, мне не пригодилось, я не уверен, но мне кажется, огнем он меня ни разу, да, не чпокнул сейчас. Шлем рыцаря. И, кстати, да. И, кстати, заметьте, с каким мечом я его прошел сейчас. Со своим старым добрым шипастым мечом. У него дамаг вроде меньше был невероятно, чем у этого меча, да? Меч Черного Рыцаря сейчас. У меча, у рыцаря 547, у этого 427. Но в итоге я вот этим мечом наносить сумел 4 удара за раз, а тем от силы 2. И дамаг примерно одинаковый был по голове дракона. Если по ногам бить, то, по-моему, лучше вот этот был. Блин, вообще, это был приятный босс. Я хоть и на нем застрял надолго, и я так уже подозреваю, что если так дальше дело пойдет, то я ни хрена не пройду игру за этот. Как я хотел. Так, ну за этот, я имею в виду за неделю эту. Кстати, кольцо с зеленым цветом плюс 3 очень охрененная вещь. Что у меня еще стояло? Кольцо стальной защиты? Нет, у меня стояло кольцо Эстуса и благословности плюс 3, да? Ох, приятно. Вообще невероятно приятно. А, два босса, да, остались? На, два босса. Знаю я этих ваших боссов. Так. Увидим. Если у босса будет несколько фаз, я на все плюну и опять призову какого-нибудь фантома. Сразу говорю, старина Гаэль меня выручит. Так, где? Куда? Вот. Блять, Гаэль мертв. Так. Я два уровня могу себе качнуть. Угу, да, большая крыса. Так. Два уровня могу себе качнуть. Силу смысла нет качать. Вот ловкость. Жизни. Жизни тоже особого смысла нет качать. У меня жизни дохерища. Так, да? И, кстати, это будет сотый уровень. Дайте подумать. Стойкость одна мне точно нужна. Да? И, наверное, ловкость, чтобы дамаг побольше был. Понятно. Другая штука, которая мне нравится в DS-ах. Долгий путь до босса. Так, 30 тысяч.
30 тысяч. Я могу еще себе про это 30 тысяч тратить тоже. Сколько она даст, вот эта душа? Смогу я 30 тысяч набить? А, кстати, надо же Медиры почитать было. Ой, надо к этой тетке сначала сходить, ща. Душа Медиры, пожирателя тьмы. Так. Медира, потомка архидраконов, взрастили боги. Он был бессмертен, так что ему надлежало вечно биться с тьмой. Этого долго он не оставил, даже когда боги сгинули. Так, кстати, а что можно из его души соварить? Так. Бросок булыжник. Хер знает, что для... Что надо. А вот, ветхий клинок. Драконье оружие, символ Медиры, пожирателя тьмы. Некогда превосходный клинок ныне покрыт черными пятнами, а рукоять изношена. Если бы не нужно, оружие бы давно рассыпалось. Удар тьмой дополнительный, да? Прочность 20. О, меч лунного света можно сделать. Ну-ка. Легендарное оружие, драконье оружие, как-то связано с Ситом, бледным драконом. Зарядив сильную атаку, выпусти волну лунного света. А Цейрос, недаемый король, был одержан поисками лунного света, но так и не явился себе. Ну так, тот так и не явился. А, понятно. Так, ну ладно, чё мы... 30 тысяч, наплевать, да? Так. Сейчас, сначала, прежде чем мы куда-то идем, да? Сейчас, момент. Где был тот костер? Вот этот, да? Чё? Мы пойдем к той тетеньке, которая нас, этот, послала его убивать. Сходим. У меня еще есть пара мест, куда мне надо убежать будет после того, как пройду DLC. И где я точно еще не был. Да, еще, кстати, безымянный король. А, привет, Эвилбир. Который, кстати, сынишка Гвина нашего. Да. Это не тот костер, который мне нужен. Но вот здесь одна мне непонятная вещь. Вот здесь предъявите человечность. Я не понимаю, покажи свою человечность, что это значит. Впереди мимикрии. А как? Что значит покажи свою человечность? Но первенец тоже считается сыном, насколько я знаю. Так, не сюда, не этот костер. Вот это значит. Evilbeard, дракон сейчас вообще по маслу, со второй попытки. Да, он, блин, прикольный, спасибо. Не ожидал, что он настолько будет интересен. Я помню, блин, вот я сейчас вспоминаю, как я играл в первый Demon Souls и как в Dark Souls первый играл. Я ведь нихера неправильно играл. Сейчас, секунду. Момент.
Да? Охереть. А это что-то важное открывает или там просто какая-то херня? Тогда я, наверное, это не буду делать, потому что это звучит не очень. Окей. А тут недалеко. Один момент. Я не хочу пробегать, потому что я умру. Ой, блин, ну как здорово. У меня кончается рабочая неделя, у меня скоро отпуск. Dark Souls 3 заканчивается. Ну как еще, конечно, я чувствую, тут еще дохерища всего будет, но, блин. А Секира еще не сразу, еще далеко до Секиры. Мужик, 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 мужик! Нет, мужик, нет! Да что такое? Это нормально же мы с тобой это раньше проходили друг друга. Ну да, секира. Но как я понимаю, секира это штука, которая в разы сложнее. Плюс парирование, там много парирования. Это что сейчас было? Так. Сраные черепашки ниндзя. Так. Так, дедов всех этих надо выпиливать. Они страшные, ребят. А еще у меня теперь Xbox Game Pass появился, кстати. И там, короче, куча каких-то игр и Fallout 3. Так что я играю сейчас, буду играть в Fallout 3. Но там, как я понимаю, именно, как сказать, перекаты, блоки, это ничего не дают. Там надо именно... Именно парировать. Так, по-моему, еще один где-то там есть внизу. Или нет? Ну, от прокачки там не сильно что-то зависит. Ну, я на самом деле, я так говорю, но я мало что про игру знаю. Только что там самураи, обезьяна и змея. Или две обезьяны.
Так, вот эти чуваки, помешают ли они мне сейчас? Я думаю, да. Один точно помешает. Они тупые такие вообще. Воу, 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 воу. Half-Life завтра, пацаны, завтра Half-Life 9 вечера, пиздец. О, неплохо, фридайвер. А я сейчас съел, значит, гамбургер с халапеньо и корлеоне дог. Так, вот этого мы сейчас хитростью завалим. Я просто хочу сразу выпилить всех, кто мне помешал бы диалоги слушать. Так, куда он ушел-то? А, кстати, а как туда попасть? Я там не был. А, это, наверное, вот этот путь открывается, да? Да-да-да, я понял, фридайвер. Я все понял прекрасно. Что ты имел в виду на самом деле? Сочувствую. Мне вот это очень нравится, атак. Так. Кто у нас здесь остался еще? Что он там делает? Он всегда там был? My most humble thanks. 'Tis thanks to thee the dragon erred not from his vows. Please, take this. A final gift of thanks. Кусок титанита. Now, hasten on thy journey. But wake not the slumbering princess. As the fire waneth, does she lie by the dark? All for the sake. Сейчас будем будить спящую принцессу. My humblest thank now, as the fire. Так. Кусок титанита жутко редкая вещь в этой игре, жутко редкая. Так, ну ладно, пробежимся. Эп. Так. Сейчас на еще один уровень, кстати, пока бегали туда-сюда, накопили на еще один уровень. Только опять же, я не знаю, что мне качать. Я помню Фриду, я помню три фазы. Так. Блин, еще раз выносливость качнуть. Мне так нравится, когда у меня стамины много. Вообще прям не представляете. С другой стороны, мне хочется дамаг еще больше качать. Ох, выборы, выборы, выборы. Так.
Где чучел аут? Then touch the darkness within me. Take note. Стойкость плюс стамина. Или ловкость плюс дамаг. Ой, бля. Ой, как сложно. Ну, дамаг слишком высоко растет. Давайте дамаг. Mayst thou? Ну, мне нравится качать персонажа, я не знаю. Так, в принципе, мне, наверное, этот... Мне он и нужен, этот костер, все равно по-любому. Я не помню, когда я заканчивал первый Dark Souls, какой у меня был уровень? Потому что я помню, что я дико долго гриндился. То есть у меня за соточку точно был. Сейчас я не гриндился, у меня 101. Но тогда я чисто офстрим, я включал игру и часами ходил там, набивал души в разные места. В Demon's Souls я делал то же самое. Хотя больше в Demon's Souls я фармил эти травки, там же нет было эстусов. Кстати, интересно, они поменяют эту систему, когда выйдет когда-нибудь все-таки ремейк? Или оставят такую же? Так, ну что, куда мы дальше теперь держим путь? Впереди рыцарь. Угу. Рыцарь. Так хера себе, у него два меча. О, что с тобой, рыцарь? Ох, нихера себе, чё за рыцарь? Ты чё, Вася? Это что сейчас такое было? Это какой-то очень необычный противник. Ой, меня сейчас убьет, блядь. Ой. А, все, готов. Мечи рыцарей. Господи, охереть! Охереть, я две аптечки на него потратил. Так. Мечи рыцарей из города за стеной. Огнем, ну да, логично, что не огнем. Так. Пара черных двуручных мечей, принадлежащих рыцарю из города за стеной. Оружие древних выкинуто в бездне. И в нем еще теплится жизнь. Тому боги наложили печать огня на эти мечи и их владельцев. А. Чертовски дорого. Что? А, привет, Арчи.
Так, это что за место у нас? Помолиться у монолита божественного копья. Я не молюсь никому. Хозяин кошмара, хозяин кошмара. Я не помню, как он выглядит. Я поздравляю. Фридайвер, я в школе не ходил в столовую. Там тошнотворный каким-то тошнотворным говном кормили. Я не хотел. С клеткой на голове. Я его помню. Да. Я его помню. Да, это еще... Да, кстати, далеко уже прошел-то. Это уже, по-моему, последняя часть игры, да? Ближе к финалу. Да, я помню, я его долго долбил. Я просто не помнил, где этот. Там как-то очень резко начинается финал, я его это... Пора разобрать. Я его там... Я его, по-моему, ножами закидал. Как-то там было так интересно. Осторожно, мастер. Так, никого призвать нельзя, да? Я просто смотрю, я не собираюсь призывать. Мне просто интересно. Так. О, нет! Только не это говно. Только не призывай никого, пожалуйста, блядь. Погодите, это же страж картины, нет? Чё происходит? Чё происходит, блядь? Кто ты такой? Ты какого хера? Чё тебе надо? Кто, блядь, кто? Бля, я так не играю. Бля, если бы я уголь не съел, такой бы хуйни не было. Бля, да убейте вы меня просто, ну. Пиздец. Это хуже любого босса. Лучше бы, блядь, босс с тремя фазами был, чем это говно. Пиздец, просто... Да все понятно. Отвратительно. Я ненавижу ПВП, вообще ненавижу ПВП. Если это сейчас будет... Да, но не сразу. Там надо перерывчик сделать. Пиздец, прошу прощения. Я не люблю ПВП. Ладно бы он еще один был, но вот это говно, которое лечит рядом. Ну, это, блядь, ну это...
В Demon's Souls как хорошо было, что этот... Блять, он снова, сука, здесь! Его надо сначала убить. Он сейчас... Надо его быстрее валить, пока он никого не призвал. Пиздец, бро! Вот это я сейчас, вот это сейчас разочарование, ёбаное. А, да, пока. Удачи, удачи дальше с этим. Ну я, ну это, ну зачем это вставлять? Зачем это так делать? Ну. Ладно, окей. Demon's Souls я понимаю. Да? Типа, навьё там все такое. Это типа круто. А... Где еще было? В Dark Souls 2, ладно, там ёбаный ерьюз всего, что можно было. Здесь-то зачем это оставлять? Серьезно? Многие просили... Кто, например? Сразу говно. Где оно появится? Меня вот это смущает больше. Меня не смущает босс. Меня смущает, что их, блядь, два, и один из них говно вот это. Пиздец. А, пиздец. Я хуй знает, я не хочу это проходить вообще. То есть я уже какого угодно говна ожидал, но не этого. Это... Да. А там не было призыва фантома, в том-то и дело. И я по-любому не успею, даже если есть, там чувак на входе в этот. Ой, блядь. Ой, блядь. Вот этот хуй мне все равно не даст ничего сделать. Не, здесь нигде нет фантома.
Окей. Ага, окей, мне опять этот хуй попался. Я честно не знаю, что мне делать. Я PvP не люблю. Я не умею в PvP, но меня не интересует вообще. Блять, оно еще призывается! Ладно, попробуем. Пиздец, а он его лечит? Бля, пиздец. Отвратительно. Это худший босс в игре. Это худший, это тупо худший момент в игре. Это... Фу, бля, мне сейчас бомбит вообще конкретно просто. Тут есть костер, нет? О, блядь. Спасибо. Это был босс. Погодите, это был босс, да? Сейчас меня еще один босс ожидает, Олег. Влево. Спасибо. Привет, Persona Nongrad. Это, я надеюсь, больше никогда такой хуйни не будет. Как он здесь умер? Уж лучше бы была крыса. Фу, блядь. Ух, блядь. Ой, блин, я только понял, сейчас есть ремейк. Реально, если будет ремейк Demon's Souls, да? Да, да, убил. Медира. Этот. Если будет ремейк Demon's Souls, это значит, со старым монахом точно так же надо будет сражаться. Он же тоже будет PvP-шный босс. Вчера часа полтора, и сегодня со второй попытки прошел. Или нет, я сколько, наверное, вчера час, наверное, упал. Так, что мне качать-то? Я теперь не знаю. Давайте я дальше стойкость буду качать. Блин, или еще дамаг. Мне сейчас понравилось, я так его... Я не знаю, выносливость? И... Вот что мне сейчас лучше, выносливость или дамаг? У меня такое ощущение, что у меня маловато выносливости, нет? С другой стороны, посмотрите, сколько дамаг сразу.
Давайте до 35 догоним. Я не знаю, будут у меня еще уровни или нет. Ого, поздравляю. Ну, кстати, вчера он мне показался ужасно сложным, а сегодня невероятно легким. То есть он, блин. Он, как сказать? Как сказать-то? Он очень довольно предсказуемый. Но он клевый босс, мне очень понравился. Вот Мидир. Мидир очень классный босс. Вот это говно, что сейчас было. Это, блядь, даже боссом нельзя назвать. Это, блядь, кусок говна. Извините. Фу, бля, мне вообще что-то бомбануло очень сильно от этой хуйни. То есть, это... Мало... ПВП. Это мало того, что ПВП. Это еще говно, которое тебе... Еще там NPC при это самое... Мобов подсовывает, которые еще и лечат этого ПВПшника, блин. Ну, блин, кстати, вот что я помню, когда проходил Demon's Souls, у меня самая большая проблема, по-моему, была, ну, кроме того, что я играть нихера не умею, это то, что там были очень стрёмные драконы, то, что там с ними не было никаких драк интересных. И как пошло, Dark Souls 1, охрененная драка с Каламитом, второй Dark Souls, там гигантский дракон и какой-то маленький херовый дракон был. Этот, здесь вот этот Мидир вообще прям, что не драка, то прям кайф. Ну, они, не, здесь они хотя бы прикольные. Что-то будет, да, ладно. Всадник, ну кольцо. Может быть это нечто. Сейчас, одну секунду. Каламит был классный, но он меня довел до истерики, мне кажется. Так. Фух, ну что, вперед на нового босса. Сейчас, секунду, погодите, я не понял. Где мой бинокль? Блин, я в упор, что ли, бинокль пропускаю? Вот. Ага. Ясно, что ничего не ясно. Упс. Может быть, не стоило этого делать. Сейчас она откроет глаза, там что-то страшное.
И на какие вопросы это мне ответило? Это все вокруг иллюзии было. Окей, это был супер легкий босс. Ну тут здесь много людей умирало, это странно. Видение палец. Так, сейчас момент. А я, получается, я на старой локации. Ты могу есть что вернуться? Или нет уже? Здесь, в DLC, в смысле. Ну, здесь так много народу умерло. Что тут? А, могу. Как они здесь умерли? Может помочь Мороз? Мороз. Filianor, help me, please. The Red Hood is come to eat us, to eat our dark souls. Впереди атаковать. Уверена? Филино! Help me! А, привет, кот. Так, походу это так просто было. Он так полз. Так. Окей. Бля, сейчас что-то будет. Что может быть страшнее ПВП? Окей, кресло. Вася, ты поехавший? Я знаю эту бороду. То есть мы серьезно сейчас будем драться? Охереть! Братан, ты мне Фриди помогил завалить.
помнишь, как мы вместе его убили? Ух, нихера себе. Ух, ёлки. Это, погодите, я ему ничего не практически не задамажил? Блять, а чё он так не мог, когда мы вместе сражались? Ну это ему так мало дамажу. Ой-ой-ой-ой-ой. О, Solero of Russia, добрый вечер. Не, я в одиночку прохожу. Обычно. Что сейчас произойдет? Как обычного ноунейма NPC можно было сделать финальным боссом другого DLC? Вообще не понимаю. Это интересная идея, но почему он здесь такой крутой? Умирал на фринте. Где он? Охереть. Ой. Блять, это нет. Сейчас он будет это стрелять из своего лука. После этой атаки не стоит. Так, сейчас он стал сложнее. Я даже не понял, чем он бьет, да, этот дамаг какой. Так. Сейчас, момент. Это был огонь? Огненный дамаг? Нет, или да? Давайте попробуем кольцо стальной защиты +3.
Ой, блин, ну это было круто. Может помочь Мороз. Отлично. Может быть мне стол и кольцо защиты от огня поставить? Этот меч ему неплохо баланс сбивает, кстати. А вот дамажит что-то не очень. Вау, вот это стрёмно. Я начал пропускать. Я много начал пропускать. Да. Так, что-то я не понял. Есть смысл в кольце? Ну ладно, поставлю еще. Так. 20.06, времечко есть еще. Рыцарь раб Гаэль. Господи, Гаэль. Ой, блин, да-да-да. Блин, может мне другой меч попробовать? Тот баланс ему меньше будет сбивать. Сейчас я умру. Я слишком спешу в этой фазе. Ну, дамаг я ему супер маленький наношу, супер маленький. Так. Во-первых, лук мне нахер не нужен, да? Молния. Как ему будет наносить молнию, интересный урон? Вообще, я хотел меч полегче взять, взял постяжелее. Я из первой помню только драку с этим. С самим Гвином, на самом деле. Не, это меч Кул. Или нет? Хуже, хуже, гораздо хуже. Я не успеваю ничего с ним делать. Хотя он вроде дамажит неплохо, да? Комбо, 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 комбо. Не, я не успеваю. Не-не-не, убивай меня. Да, 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 да. Этот меч сейчас очень плохо был. Блин, я на него потратил апгрейд максимально его сделал, и я его ни разу не смог нормально использовать. Так. Где мой любимый меч в игре? Так.
Как думаете? Вряд ли на него, конечно, кровотечение. Но... Не, ну на каждого свой, то есть, да? Ну, блин, мне просто больше нравится. Как он дамаг нормально наносит, я бы проглядел. Так, наверное, все-таки первый меч, который был черный меч, наверное, лучше всего себя показал, потому что он его реально сбивает баланс. Замахнул, интересно. Вообще, с другой стороны, я сейчас довольно хорошо отхожу от атаки, да, у меня? Мой косяк. Я слишком много аптечки трачу. Комбо. Ну да, я к этой фазе надо просто привыкнуть. Вторая фаза вот эта тоже более-менее такая была, да? Упс, что я делаю? А зачем я это сделал, не знаете? А, чтобы он вот это не сделал, да? Знаете что, наверное, проще было бы проходить его длинным мечом, я так подумал. Слишком много пропускаю, слишком много. Так, вторая фаза... Ой, третья фаза началась, да? Блин, я даже не знаю, какой меч мне больше нравится, на самом деле. Теперь. Так, надо в него сейчас. А, да-да-да, я забыл, мой косяк. На этом нажался. Блин, какой меч-то пробовать, я даже не знаю. С этим тоже неплохо, с этим я много ударов наношу. Но этот зато мощный, давайте еще раз его попробуем. Сейчас какой-нибудь мы выберем или чередовать будем по очереди. Это стамины много тратит, в общем. Я могу лишнюю броню снять с себя, конечно. Блять, он слишком медленный, не знаю.
другой стороны, он далеко достает, да? Бомба, бомба, бомба! Лихонами. Что это... Что этот Гаэль себе позволяет? Пока хорошо идем. Вот сейчас начинается жара. Не то что жара, вот сначала. А! Атака, конечно. Сейчас она еще вернется. Да, знаете что, длинный меч, наверное, в этом бою решает. Вообще, я мог пару ударов здесь сделать. Это еще, блин. Мой косяк, не надо было сейчас лечиться. Какая защита, интересно, против этого урона? Плохо, очень плохо. Третья фаза ужаса получается пока что. Еще мне стамины не хватает. Надо было все-таки качать стамину. Вот 17, блин, времени-то почти нет. Плохое начало. Очень плохое. Очень плохо. Отвратительно начало. Я не знаю, есть ли смысл продолжать. Лучше встанем на снег. Две аптечки на первой фазе, это очень плохо. Что с ним случилось? Да пошел ты. Но я слишком много потратил. Я потратил 4 аптечки. Не, убивай. Это сейчас было сверхбогато. А, он на время бафуется? Я думал, он навсегда таким становится. Я думал, его долбить. Или это была еще не третья фаза? Вот это вот, когда из него души начинают вылетать. Мне надо, короче, максимум 3 аптечки потратить в первой фазе. То есть он потом успокаивается и опять во вторую возвращается, можно так сказать. Так.
Это что сейчас вообще было? Бомба, 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 нет, бомба, только не бомба. Сейчас он кинет эту фигню, да? Или нет? Отлично, мы разворачиваемся, потому что она вернется потом обратно. Блин, это реально Kingdom Hearts. Я немножко самоуверенным стал. Ой, зря это делаю. Так, вот это у него временный баф, так? То есть он какое-то время перестанет так делать сейчас. Куда? Ничего себе! Ой! Гаэль, пожалуйста, Гаэль! Мы были друзьями когда-то на какой-то короткий промежуток времени, блядь! Не забыл совсем! Блять, молнии, ебаные молнии! Ненавижу ебаные молнии! Молнии! Почему именно молнии? Нет.
Нет, не могут. У меня две аптечки. Одна. Ноль, да? Если сейчас у него еще одна фаза. Если сейчас у него еще одна фаза. О, привет, Левиафан. Это было круто. Спасибо. Это охрененный был бой. Это был... Ох, блядь, вот это был босс. Ох, у меня аж сердечко за этот ёкает. Фу, блядь. Пиздец. Блин. Так, жаба в новых джедаях. И чё, в смысле мемы не оправдали? Она очень легкая оказалась или что? Да-да-да, вообще подчистую. Этот босс, это, блин, это было... Надо бы, да. Сейчас найду дом от Карвалольчика. Так, душа рыцаря раба Гаэля. Одна из оскорбленных душ, пропитанных силой. Душа рыцаря раба Гаэля, одна из душ, переполненных мощью. Использовать ее, чтобы получить множество... А, ну понятно. Бродячий рыцарь раб Гаэль... в красном капюшоне искал кровь темной души, которая надлежала стать краской для нарисованного мира. Он не был чемпионом пепла, и темная душа, скорее всего, уничтожила бы его. Однако рыцарь не оставлял поисков, даже зная, что вряд ли сумеет вернуться невредимым. Надо вернуться в этот, в церковь. Спасибо. Так. Господи, это было охренительно, на самом деле. Это было... Ох. Время пришло, отлично. А мы закончили это DLC, получается, кстати. Вроде, да, сейчас. Это был финал DLC? Кровь темной души. Краска для создания нарисованного мира. И да, надо вернуться. Кровь темной души, что вытекла из ран рыцаря раба Гаэля. Его госпожа Варианделя рисует этой кровью новый мир. Нарисует этой кровью новый мир. Когда Гаэль встретил повелителя в пигмее, оказалось, что их кровь давно высохла, поэтому он сам поглотил темную душу. А, Гаэль, Гаэль. И как они вообще додумались сюда его вставить вот так? А, это хорошее DLC было. Несмотря на то, что я с ним рейджил и бесил, здесь Мидир был, здесь был Гаэль, это... Так, что у нас осталось, получается? У нас остался Безымянный Король и финал игры, да? Завтра будет небольшой выходной, завтра буду в Mario Kart играть. Кстати, Левиафан, если что, присоединяйся завтра. Это самое... Ой, что здесь все горит? Так и было всегда. Это. За тогда. Может быть и смэш. Так. Погодите, разве здесь не было пути наверх? Да. Погодите, серьезно? Меня зовут Сарочка. My thanks. I will paint a world of that name. О, Господи, это будет ужасный мир. В нем будет снег и больше ничего. Да, холодное темное место, да? It will make someone a goodly home.
Она нарисует на Рианмар, охренеть. I wonder when Uncle Gale intends his return. I hope the new painting will be to him a gentle home. My thanks I will of a cold one day. My thanks I will of a cold. Короче, я так подозреваю, что в субботу тогда мы закончим. Сначала надо будет небольшую зачистку территории сделать. Есть еще несколько мест, где я не был. Этот, я туда схожу, и в принципе все, да, после этого финал, охренеть, охренеть. Слушайте, а мир тоже, значит, весь поменялся здесь или нет? Он тоже весь горит? Нет, здесь ничего не поменялось. Блин, это да. One Pixel, добрый вечер. Да, оба DLC пройдены. Это было сложно, это было долго, это было тяжело. Да, всем пока. Увидимся в 9 вечера тогда на Advent Children. Сейчас я только качнусь немножко. Да, я не знаю, это что-то с чем-то просто. Так, блин, а мне только на один уровень хватает, ай-яй-яй. Ну тогда давайте выносливость, давно выносливость не качал. Так, ну все тогда. Сейчас, момент. 57 часов, ну у нас еще есть на несколько часов здесь контента, да? И опять же, может быть, босса еще очень проблем доставит безымянный король, не знаю. Ну ладно, все тогда, всем спасибо. Всем пока.